начнем. Ну, вы знаете, что мы сегодня занимаемся последний день. Может, жалко, может, еще поразвить, может. Понравилось? А как же каникулы? А как же родители? А как же дача? Как же дача? Второго уже. Ну, кстати, я начну вот с чего. Я могу прийти? Нет. Ну, сегодня вы, конечно, узнаете, что такое галактика. А, в том числе и от меня. Вот есть один такой вопрос, на который вы никогда не получите четкого ответа. Это какой размер галактики? Надо понять, что планета тут открывается. Значит, размер галактики можно считать расстоянием до самых далеких звезд или звездных скоплений, или масс газа, которые еще удерживаются в гравитационном поле всего остального. Вот это определение правильно. Другое дело, что этот размер очень сложный, если можно сказать, невозможно вычислить. Ну, потому что ни у каких галактик нет резких границ. Так же, как, например, нет резких границ у атмосфер планет. Но с атмосферой планет там все понятнее. Там медленно-медленно на нет сходит плотность. В случае галактик ситуация значительно более сложная, потому что звезды, звездные скопления и газ распределены по радиусу совершенно разным. Вот давайте начнем с того, что наша галактика, она куда больше по размеру, чем это обычно считают. У вас есть учебники астрономии, у вас есть, что вы читали популярные книжки. А что там написано насчет размера галактики? А по диаметру или по радиусу? По диаметру 100 тысяч световых лет. Ну да, это... Вот как раз основная часть звезд заключена действительно вот в этих примерах. Ну а посмотрим, как ситуация обстоит в действительности. А в действительности ситуация обстоит так, что вот этот диск, который 100 тысяч по диаметру, он внутри вот этого нарисованного синего эллипса. Вот. Дальше идет балдж, гало. И посмотрите на размер этого рисуночка, красная стрелочка внизу, 1 миллион световых лет. Не 100 тысяч, а 1 миллион. Что же дотягивается до таких размеров? Ну, здесь это условно показано. Вот ежиками здесь нарисованы шаровые скопления. Расстояние от центра галактики до самых далеких шаровых скоплений примерно 100 килопарсек. Что это 100 килопарсек, это значит 300 с чем-то тысяч световых лет. Это уже заведомо больше, чем та цифра, которую вы называли по диаметру. По диаметру 100 тысяч, по радиусу 50 вообще. Звезды тоже наблюдаются на больших расстояниях, но там в основном звезды, которые галактики раньше не принадлежали, это звезды, которые наша галактика отняла у других галактик. В основном у карликовых галактик, которые, так сказать, поглощались нашей звездной системой за долгую эволюцию. Но вот, что касается диска, здесь тоже не все ясно. Диск, конечно, на такие большие расстояния не распространяется. Но вот пример галактики, это не наша галактика, но галактика похожая на нашу. НЗЦ-50-55. Вот здесь вроде как бы видна граница галактики, можно сказать, его размер такой-то, такой-то. Но вы видите, что она размыта. А что тогда принимается за границу? Ну, принимается какой-то уровень яркости. Вот на хороших фотографиях граница галактик – это те области, которые по яркости, меньше яркости темного ночного неба примерно 10-20 раз. Вот темное, безлунное ночное небо, и вот уменьшите еще 10-20 раз, и это будет яркость самых внешних областей галактик, которые видны на фотографиях. А при хороших экспозициях галактика раздвигается дальше. Поэтому если, например, накапливать свет подольше этой же самой галактики, то мы увидим вот такое ее продолжение.
Вот. Галактика теряет себе нейтрино. Вот эти вот выбросы, на самом деле, вот как ручка, как у корзины. Это объяснение здесь только одно. Это разрушающаяся карликовая галактика, которая спиралит центр основной галактики. Ну, галактики падают друг на друга, карлики растворяются, оставляют за собой вот такой, такие звездные пути. Вот. Если бы мы еще больше увеличили экспозицию, чуть подальше бы прошли, ну, конечно, потом бы это все смешалось с общим фоном. Но если мы будем наблюдать галактику в линии 21 сантиметр, а если вы не забыли мою лекцию, в линии 21 сантиметр излучает нейтральный водород, основной газ в диске галактики, то мы увидим, что галактика совсем не такая, как она выглядит в оптике. Ну, вот, например, эта галактика NGC 5055, вот в одном и том же масштабе фотография оптическая и изображение в линии 21 сантиметра. Звезды не светят в этой линии. То, что вы видите изображение справа, это все газ. Там, где поярче, там больше газа, больше плотно, более плотно, там дальше послабее. Но увидите, даже спирали продолжаются, а звезд там нет. Или если есть, то очень редкие. Они на фотографии их невозможно получить никаким накоплением экспозиции. Вот. Значит, на самом деле, какой размер галактики? В оптике он такой, а в радио такой. То есть газ распределен дальше, чем оптический диск. Ну, это еще один пример, пожалуйста. Галактика NGC 6946. Очень хорошо изучена. Опять в одном и том же масштабе дано изображение галактики в оптике. И как она выглядит в линии 21 сантиметр. Будьте сравните, где галактика больше. Это одна и та же галактика. Одна и та же. Просто оказывается, что если диск мерить не по звездам, а по газу, то он гораздо больше. Ну, конечно, все зависит от того, до какого предела мы дойдем, потому что газ, он малоплотный. Вот там, где звезды, там плотность сравнительно высокая, там, где газ, плотность маленькая, там в десятки раз меньше. Вот, поэтому, если смотреть по плотным частям, галактика всегда будет небольшого размера, а если смотреть по разреженным, то всегда большого. Вот в чем интерес. Да какое нам дело до таких очень далеких малоплотных областей? Оказывается, они играют очень большую роль. Они играют большую роль эволюции, там могут образовываться звезды, хотя их немного, но они очень чувствительны к внешним воздействиям. Вот если у нас состоится в следующем году зимняя школа, то мы ее посвятим как раз далекой Вселенной, галактикам и космологии. Вот. Но здесь тогда ясно, что внешние области галактик, они очень чувствительны даже к маленьким силам, которые извне на них действуют. Значит, что такое диск галактики? Диск галактики – это область концентрации основного количества звезд, область концентрации основного количества холодного газа, H1 и H2, молекулярные и атомарные. Атомарные сначала, потом молекулярные здесь написано. И, конечно, это область, где рождаются звезды. Но ведь не все заключено в диске. А диск содержит звезды, которые теряют газ. Вот ситуация немножечко похожа на ситуацию с кометами. Вот что вот это такое? Что это такое? Громче не слышно. Звезда. А? Звезда, теряющая массу. Это звезда под названием Мира Кита. Снимок сделан в ультрафиолетовом свете. Она движется в межзвездной среде со скоростью больше 100 км в секунду. И при этом активно теряет газ. И это вылетающий газ. Он взаимодействует с средой, в которой быстро движется звезда. Возникает такая головная ударная волна и турбулентный хвост, немножко делая звезду похожей на комету. Это потому что звезда истекает газом. Я почему об этом говорю? Потому что звезды теряют газ, и значит, вроде там, где звезды, там везде должен быть газ, который они теряют.
Это касается и диска, и сферического компонента галактики. Беру другой пример. Значит, что делают звезды? Они передают окружающему газу часть своей энергии двумя путями. Через излучение и через течение газа. Если бы галактика, среда межзвездная была прозрачна, то звезды через излучение ничего бы не передавали. Потому прозрачно все излучение уходило бы из галактики. Но вы знаете, что среда не очень прозрачна. Среда, там есть пыль, там есть атомы, которые поглощают свет и реализуются. Поэтому излучение тоже механизм передачи энергии. Вот. И, конечно, через истечение газа. Значит, у нас галактика — это довольно сложная система, и в диске у нас есть обмен энергии между звездами и окружающим газом. Это вот, кстати, то, что практически отсутствует сферическая составляющая. Иногда звезды сбрасывают газ, образуя вот такие вот красивые конфигурации. Это планетарная туманность под названием пузырь. Такие планетарные туманности возникают на стадии старения звезды, когда она уже проходит стадию красного гиганта. Потом уже меняются ядерные ферментные реакции. Внешняя звезда вздувается, теряет внешние области, они расширяются. Красивая фотография, но такие туманности очень редки. Хотя потому, что большая часть звезд не одиночные. Они образуют пары, иногда образуют триплеты. Вот. И это все сказывается на движении газа. Чаще всего наличие пары приводит к тому, что выброс вещества идет не симметрично, а в двух диаметрально противоположных направлениях. Но вот иногда, это тоже одиночная, по-видимому, звезда, но иногда в несколько этапов происходит сброс газа и возникают такие расширяющиеся оболочки. Вот. Звезды все теряют газ. В случае Солнца потеря газа называется солнечным ветром, но солнечный ветер далеко не уходит. Понимаете, он заперт вот в гелиосфере. Вот. А у массивных звезд звездные ветра в десятки, в сотни, в тысячи раз сильнее, и они просто уходят в межзвездное пространство. Вот. Вот, пожалуйста, какую форму имеет планетарная туманность в двойных системах. Это планетарная туманность имеет название песочные часы. А вот эта туманность имеет название, неофициальное название — тухлое яйцо. Вообще-то на самом деле не по виду названа, потому что там спектр показал много серы, значит, там вот это сероводород содержится. Вот. Это тоже, так сказать, сброс вещества звездами. Таких примеров красивых туманностей можно бесконечно приводить. Красивые фотографии, у нас время ограничено, поэтому я сразу ставлю вопрос. А куда девается выбрасываемый звездами газ? Он перемешивается с межзвездной средой. Он меняет как-то ресурсы? Ну давайте рассуждать. Во-первых, он переносит энергию, то есть будоражит эту среду, а во-вторых, он через такой выброс попадает в межзвездную среду те тяжелые элементы, которые формировались в звездах. Потому что такой мощный выброс — это частичное разрушение звезды. Но есть звезды, которые на поверхности не водород, а углерод. Это звезды типа Вольф-Райет. А все остальное они сбросили сюда. Вот. Другой вопрос. А почему газ не накапливается, например, в шаровых скоплениях? Там же тоже звезды. Они проходят стадию красного гиганта. Тогда вообще-то шаровые скопления должны быть полны газом. Уходят. Частично он уходит, конечно. Но все равно было бы много. А дело в том, что шаровые скопления движутся по эллиптическим орбитам. И периодически, значит, два раза за оборот пересекают диск. А в диске много газа. И вот этот газ шаровых скоплений взаимодействует с налетающим потоком газа диска, но они движутся. Скорости там больше 200 км в секунду не вылетают. Ну, так или иначе, но есть очень мощные, так сказать, энерговыделения, и может выбросить. Одно из самых мощных выбросов в звезде — это звезда
Это Киль, это Карина. Одна из нескольких звезд, которые по расчетам подошли к краю своей спокойной эволюции и должны вот-вот вспыхнуть, как сверхновые звезды. Они сейчас очень активно вбрасывают газ. Это стадия, которая всегда предшествует мощному взрыву, как сверхновой, которая разрушит. Вот. И тогда на небе вспыхнет ярчайшая сверхновая звезда, наконец-то. Значит, нельзя полностью исключить вероятность того, что вспышку сверхновой мы увидим в следующую пятницу, около 7 часов. Но возможно, что через лет через 10, а может через 1000. Ну, в крайнем случае, ну, через 10 тысяч. Никто не умеет предсказывать вспышку сверхновой. Вот. Но вот тут возникают такие потоки, которые могут привести к изменению состава и физических условий окружающих областей диска. Когда сверхновая вспыхивает, возникает расширяющаяся оболочка. Я надеюсь, вы знаете этот объект? Или нет? Знаете, да? Карболитная туманность. Вот. Она расширяется буквально на наших глазах. Каждую секунду сейчас ее размер увеличится на 2000 километров. Каждую секунду уже не вижу. Вот. Такие оболочки просто являются кого? Поршнями, которые выталкивают газ, расталкивают газ. Вот. И в некоторых случаях уже эти оболочки растворяются, мы его почти не видим в оптике. Вот это последняя сверхновая, которая прибыла в нашей галактике в 17 веке. К сожалению, ни один человек ее не увидел. Потому что она была в созвездии Кассиопеи, там где очень много пыли, и видна была как звездочка пятой величины, но кто в 17 веке мог заметить, что появилась лишняя звездочка пятой величины. Это был мощнейший взрыв. Вот на этом месте вот сейчас образуется, вот, можем угадать какое-то подобие расширяющейся туманности, но в рентгеновских лучах вот этот же самый участок выглядит вот так. Это действительно пузырь расширяющегося газа с очень высокой температурой. Вот. Эта фотография сделана космическим аппаратом Чандра, рентгеновским. Вот. А взаимодействие с окружающей средой проявляет, в частности, себя в том, что вы видите вот эту голубую каемку, это наиболее горячий газ ударной волны, которая возникает при быстром сверхзвуковом расширении этого газового пузыря. А вот как выглядит, например, ее спектр. Вот вы линии, которые для звездной среды совершенно нетипичны. Более того, они там и не наблюдаются. Но обратите внимание, что это означает. Вот кальций там 9, 19, ферм 25. Вы помните, я говорил еще римские цифры, говорят о том, сколько электронов сорвано. H1 это нейтральный водород, а H2 это один электрон оторван. Вот, например, ферм 25, это значит, от железа оторван 24 электрона. Это отрыв, вы знаете, что вот называется ионизацией. И я вам говорил, что есть два пути ионизации. Когда атом поглощает очень энергичный квант, и когда, так сказать, в атом ударяет энергичная частица. Вот это вот второе называется ударная ионизация. Вот здесь ударная ионизация как раз и ответственна за появление таких странных атомов. Ну, так вот, вот совокупность сверхновых звезд, которые вспыхивают в областях звездообразования, приводит к очень большим пузырям, когда я фотографии этого, по-моему, даже как-то это, даже, по-моему, показывал. Вот здесь показано Солнце и несколько ближайших звезд. Вот эти вот пузыри, которые заполнены горячим газом, очень низкой плотности, это результат того, что газ нагрет вспышками сверхновых звезд. Вот я говорил, что Солнце сейчас находится где-то в более холодном облаке, но через несколько десятков тысяч лет выйдет в пространство с очень высокой температурой. Значит, энергия газа в этих пузырях такая, что можно оценить температуру, которая окажется равной там, 1-2 миллионам градусов. Но этот газ прозрачен. Горячий ионизованный газ для нас абсолютно не виден. И для поиска этого газа нужны рентгеновские аппараты. И они были изобретены, конечно, не для астрономических целей, но они изобретены в начале 20 века. Тогда вопрос, а почему тогда рентгеновская астрономия началась только уже во второй половине века, ну там уже 60-х годах, 70-х. Что громче?
Точности не было и, наверное, качества. Чего не было? Точности. Ну, например. Одного разрешения было. Ну, когда изобрели, то для людей же смотреть. Да, применяли ли его сразу для остальных, загадали себе. Дело в том, что рентгеновские лучи не проходят сквозь воздух, сквозь атмосферу. И все. Пока не догадались выбросить рентгеновский аппарат за пределы атмосферы, посмотреть, если там рентген, никто вообще не знал, если рентген из космоса. Ведь рентген был изобретен кем? Человеком по фамилии. Рентген. Вильям Рентген, Вильям Рентген, в 1895 году, так сказать, вот, случайное открытие. Вот, но он потратил много времени на исследование вот, таинственного излучения, оно проходило сквозь непрозрачный предмет. То есть мы все встречаемся с этим излучением, когда, например, проходим, что там, кабинет флюорографии, да? Вы кабинет флюорографии? Ну, прекрасно. Вот, мы знаем, что через кости он мало проходит, через мягкие ткани проходит хорошо, поэтому можно наблюдать человека в рентгеновском излучении. Но это, конечно, опасно, это рисунок, это не фотография, это просто симпатичный рисунок. Но, чтобы узнать, что там приходит из космоса, нужно запросить там высоту как минимум 100-150 километров. И впервые это было сделано после войны, используя фашистские ракеты Фау-2. Американцы поставили там счетчики и запузырили вверх. Рентген. И что они обнаружили? Они обнаружили один яркий источник рентгена на небе. Где? Что это за источник? Солнце. И все. И долгое время думали, что никаких других источников нет. Вот. Ну, я пропущу, не буду рассказывать долго об истории, потому что сейчас летает несколько современных аппаратов рентгеновских, вот самый из них известный аппарат Чандра, который умеет делать резкие изображения рентгеновские, а это очень сложно, потому что рентген не отражается от обычных зеркал, даже от металлических не отражается, вот как свет отражается от зеркал, поэтому, но он отражается от зеркал при очень косом падении, когда вот под маленьким-маленьким углом идет квант, тогда он может отразиться. Вот. Ну так же, как, знаете, вот плоский камушек, где он не тонет в воде, а если сильно бросить, то он будет прыгать. Вот примерно то же самое. Вот. Но попробуйте-ка сделать, как это сделать, чтобы изображение строилось таким косым падением. Там много параллельных таких отражающих поверхностей, очень хитрые конструкции. Просто у меня сейчас нет времени об этом рассказывать, но там потрудились инженеры, потрудились математики, сделали такие системы зеркал, которые строят изображение с размером полсекунды. Это лучше, чем в оптике. Вот. И вот что, например, получили в случае галактик. Вот посмотрите, вот это вот не рентген, это оптическая фотография. Две пары галактик, одна эллиптическая, а другая спиральная. Какая спиральная? Свет. Ну, голубая, конечно, там звезды образуются. А теперь то же самое область в рентгене. Здесь звезд нет. Звезды излучают такой слабый рентген, что они не проявляются нигде. Голубая исчезла, а эллиптическая светится, но светится не звезды. А что там может светиться еще? Горячий газ. Значит, вот так вот можно обнаружить газ, который абсолютно прозрачен в оптике и поэтому не виден совершенно. Вот. Или вот, например, когда у нас есть взаимодействующие галактики и газовые составляющие, газ из них истекает и сталкивается при движении, то он нагревается до температуры миллион градусов. И вот на этом изображении, где на оптическую фотографию наложено рентгеновское изображение, видно, что рентген возникает именно там, где газовые массы сталкиваются между галактиками. Что же тогда получилось про нашу галактику? А из нашей галактики ясно было, что горячий газ занимает основную часть объема нашей галактики. То есть, если я спрашиваю, что такое галактика, можно сказать, что основная часть галактики – это горячий газ. А звезды там – это крошечная доля организма, или там обычный газ. Вот как выглядит карта, вот развертка на 360 градусов нашей галактики, плоскость – это Млечный путь.
мы здесь видим яркие пятна, это как раз области звездообразования, где здесь светятся вот эти вот пузыри горячего газа с миллионной градусной температурой. Вот. А там видно еще немножко на больших расстояниях отдельные вот, звездочки, которые, ну, в основном это аккреционные диски вокруг нейтронных звезд и черных дыр, они тоже светят рентген, тоже сюда попали. Об этом вчера рассказывал вам Константин Александрович. Вот. Значит, горячий газ – это основная часть объема нашей галактики, даже диска галактики, не говоря уже о периферии. Значит, что происходит с этим газом? Когда у вас возникает пузырь, он горячий и очень разреженный, а окруженный более плотным газом, этот газ плотный, этот пузырь обжимает, естественно, и что не возникает в гравитационном поле диска? Действует Архимедова сила. Обычная Архимедова сила, которая выталкивает пузырь вверх. А для галактики вверх, значит, дальше от плоскости диска. Поэтому пузыри с горячим газом медленно поднимаются вверх и уже раскрываются за пределами диска, заполняя собой разреженное пространство за пределами диска, которое мы называем газовое гало. Газовое гало. Вот такие вот процессы называются галактическими фонтанами. Они возникают и в областях, довольно, где много молодых звезд, и значит, где часто вспышки сверхновых. Вот. Как же узнать, какой газ в газовом гало находится? Есть два способа. Во-первых, уловить слабое излучение этого газа. Это удалось. Но более оригинальный способ другой. Вот на этой карте галактика не нарисована, она бы только... Ну, украсил, может быть, картинку, но ничего бы нового нам не дало. Вот, представьте себе, что это карта нашей галактики. Вот, этого. Вот, вот эти вот, видите, два овала, это вот так называемых этих, пузырей Ферми, об этом рассказывал вам, да? Как поднимается из ядра галактики. Вот. А вот эти точки, это точки, это на небе положение квазаров, достаточно ярких и активных ядер, где в спектрах этих квазаров были найдены линии, которые этим квазарам не принадлежат, а принадлежат газу нашей галактики, потому что у квазаров большое красное смещение, у этих линий нулевое. И вот эти линии как раз соответствуют многократно ионизованным атомам. То есть луч квазара, идущий к нам, проходит сквозь горячую среду, и эта среда оставляет в спектре квазара свои следы. Вот как они выглядят, вот справа вы здесь видите, вот эти вот, это кусочки спектра, и на определенных длинных волн возникает вот такой вот изъян. Это и есть линия поглощения, но линия поглощения многократно ионизованного атома, в данном случае это кислород, вот, который говорит о том, что газ есть, мы его не видим, даже в рентгене он не виден. Ни в рентгене, нигде не видят. Излучение очень слабое, а по линиям поглощения мы можем его определить. Вот. Ну, это чаще всего используется для этой цели линии многократно ионизованного кислорода. Значит, вот у нас внешняя оболочка кислорода нарисована сверху. Когда они теряют электроны, соответственно, они, кислород становится многократно ионизован. Вот эта вот ситуация, это О6, это значит 5 электронов с внешних орбит потерял атом кислорода. Это О7, значит, еще один электрон потерял. О8, это значит уже 7 электронов потеряно там. И каждый из этих ионов имеет свой набор спектральных линий. И по наличию этих линий в спектре говорят, судят о том, через какую горячую среду прошел свет далекого квазара. То есть мы исследуем невидимый газ на просвет, наблюдая сквозь него далекие квазары. И вот возникает удивительный вывод, что вот эта масса невидимого рентгеновского газа в галактике сопоставима с полной массой звездного диска. Гигантское количество. Но, конечно, его плотность в тысячи раз меньше, чем в межзвездной среде в окрестности Солнца. И мы теперь можем уже говорить немножечко о галактике, как о более сложном объекте, чем считалось раньше. Вот я все-таки приведу общие данные. Полная масса звезд в диске нашей галактики – 40 миллиардов масс Солнца.
Полная масса звезд в Балыче галактики, в центральной области. Еще 10 миллиардов. Всего получается 50 миллиардов масс приходится на звезды. Полная масса газа в диске. Примерно 7 миллиардов масс Солнца. Здесь сюда входят все виды газа, но в диске. Горячий газ тоже входит, но он горячий, занимает много объема. Но в диске его масса не велика. Вот. Наконец, полная масса газа в Гало оценивается в 30 миллиардов масс Солнца. То есть сопоставимо вообще с полной массой звезд галактики. Но только это газ распределен на очень и очень большой объем. Внутри этого объема галактика кажется совсем маленькой, звездная. Вот. Это в пределах 200-250 килопарсек от центра. Ну а если брать полную массу динамически определенной галактики в этом интервале, это полная масса галактики в этих пределах, будет где-то больше, чем 1000 миллиардов масс Солнца. Но это уже будет другая масса, это будет так называемая темная масса, о котором расскажет Владимир Георгиевич после меня, поэтому я не буду здесь на этом останавливаться. Теперь относительно газового Гало. Размер около 200 килопарсек. Температура газового Гало 2 миллиона кельвинов и концентрация частиц несколько единиц на 10 в минус 4 степени частиц на кубический сантиметр. То есть это означает, если бы здесь была единичка, то это означает, что одна частица на 10 тысяч кубических сантиметров. Вот это во много раз меньше, чем в окрестности Солнца в межзвездной среде. Но тогда откуда газ взялся и какова судьба газа? Вот на эти вопросы я, пожалуй, вам ответа не дам, потому что это как раз те вопросы, которые активно сейчас обсуждаются в научной литературе. Я только могу только сказать самые общие слова, что среди того газа, который заполняет Гало, есть разные источники, есть газ разной природы, есть газ, который падает на галактику извне. Вот он под стрелочками показан. Есть газ, который упал, который поднялся из диска. И есть газ, который, так сказать, сконцентрировался в Гало и падает на диск. То есть осуществляя тем самым такой своего рода круговорот. То есть газ здесь имеет разную причину нахождения в Гало и, в общем-то, по-разному эволюционирует. Но он может остыть, скажем, упасть там, где раньше газа было очень мало, и начнут появляться звезды там, где, казалось бы, их не должно рождаться. Вот как выглядит, например, карта галактики в линии 21 сантиметр. Здесь обычный газ, который в диске, который вращается, он помечен здесь синим цветом, голубым. Он нам сейчас не интересен. Мы видим облака на больших расстояниях от диска. Это так называемые высокоскоростные облака. Высокоширотные облака. Это газ, который в основном падает на диск. Обширные облака. Но проблема была в том, что очень трудно определить расстояние до них. Метод параллакса не работает, метод стандартных свечей здесь не работает. Долгое время вообще не могли понять, где это, вот рядом эти облака находятся, или они находятся где-то в местной группе или еще дальше. Помогло одно обстоятельство. Когда газовые облака падают, они проходят через Гало. Газовое Гало нашей галактики, и возникает передний фронт очень горячий, который излучает уже обычный свет, как ионизованный газ. Сам газ холодный, который падает, облака, а вот кромка, ведущая кромка, горячая, и там газ ионизованный, может наблюдаться. Это излучение было обнаружено. Поэтому стало ясно, что это действительно газ находится в Гало нашей галактики, а не где-то там далеко за его пределами. Но есть еще один источник газа. Это Магеллановы облака. Узнаете на фотографии? Ну, близкие там галактики. Кстати, расстояние до Магеллановых облаков сколько там? 50 килопарсек. Это меньше, чем диаметр, чем радиус газового Гало нашей галактики. Поэтому Магеллановы облака находятся внутри Гало галактики нашей. Внутри, а не снаружи. Вот. Так вот, у них много газа, и они взаимодействуют и между собой, и с нашей галактикой. Поэтому, так сказать, часть газа просто выплескивается из них. Вот. И идет так, по всем законам небесной механики, движется по орбитам, похожим на эллипс, или там на кусок эллипса, и в конечном счете попадает в диск нашей галактики. И мы видим этот поток, он называется Магелланов поток. Вот газовый поток, идущий от Магеллановых облаков, прямо к нашей галактике.
И он падает на диск нашей галактики. И поэтому неудивительно, что очень часто, иногда, правда, удается наблюдать области звездного образования на больших расстояниях от центра, где непонятно откуда появился газ. Ну вот, например, вот эта область звездного образования, эту картинку я взял, это область звездного образования, здесь молекулярные облака, так, нарисованные, наложенные на общий звездный фон, расстояние до которых, определенные по кинематике, составляет около 20 килопарсек в сторону антицентра. То есть там, казалось бы, вообще ничего не должно быть. Мы-то на расстоянии 8 килопарсек все находимся от центра. А там идет звездообразование. В других галактиках мы наблюдаем очень похожую картинку. Вот, вот, например, какая-то галактика, ну, написано М33. Вот, это ближайшая, одна из ближайших к нам спиральных галактик. Вот. Если посмотреть на нее в линии 21 сантиметр, вы увидите ее продолжение. Вот. Это уже H1. И вот в этом разреженном H1 тоже идет слабое звездообразование. Это галактика М83. В 21 сантиметре она тоже, тоже имеет разреженное продолжение, а в ультрафиолетовом диапазоне там выявляются, так сказать, настоящие ветви, где идет образование звезд. Посмотрите, это та же самая галактика, чуть уменьшенный масштаб, чтобы поместились на экране вот такие вот, вот эти вот нити, ветви. Здесь молодые звезды, и это далеко от той галактики, которая на всех снимках публикуется. То есть это продолжение, слабое продолжение галактики содержит газ, который оказался достаточно плотным, чтобы шло образование звезд. Ну и вот как раз такой газ на периферии галактик в значительной степени пополняется падающими облаками газа. Иногда такой вылетевший из галактики или еще не упавший на галактику газ приводит к образованию маленьких островков звездообразования. Ну, может, кто знает астрономию, знаете, галактика 81, там, вот эти в кружочках, маленькие точки сидят с эмиссионным спектром. То есть там есть молодые звезды, газные молодые звезды. Посмотрите, как далеко это от галактики. Это отдельные островки газа, которые, так сказать, может быть, этот газ когда-то был в составе этой галактики, но сейчас это межгалактический газ. Внутри галактики. И уж во взаимодействующих-то галактик области звездообразования иногда очень красивые. Наблюдаются далеко за их пределами, в том числе и образуя вот такие вот мостики между близко подошедшими друг к другу галактиками. Значит, я кончаю таким выводом, что вокруг нашей и других галактик простирается обширное газовое гало из очень горячего газа со вкраплением холодных облаков, падающих на диск. Этот газ частично был давно выброшен из диска в результате взрывов звезд, частично попадает из межгалактического пространства, и он оказывает влияние на процесс звездообразования и на эволюцию каждой галактики. Вот, ну что, я сегодня могу сказать. Может быть, вот. Еще громче. Вы показывали спектр планетарной командности? Да. На прошлый лет? Или сейчас? Нет, вот сейчас. Сейчас я показывал спектр остатка сверху. Да, остатка сверхновой. И там был чернотельный спектр и излучение в линиях. Ну, вот не совсем чернотельный. Ну, похоже именно на чернотельный. Ну, нет, на самом деле не очень. Туманности не светит никогда. Да, нет. Там есть непрерывный спектр или нет? Так, что вопрос какой? Ну, он очень похож на чернотельный. Ну, на самом деле это может быть случайно, но на самом чернотельный спектр, это спектр, вообще говоря, строго не встречается в астрономии нигде. Даже звезды не светят. Только примерно звезды типа Солнца. И в оптической области. Скажем, даже Солнце в ультрафиолете светит совсем не так. Вот. Поэтому чернотельный это, в общем-то, это теоретический спектр. Он нигде в природе не реализуется, кроме, скажем, реликтового излучения
или там излучение, которое рождается в непрозрачных участках, например, внутри звезд. Там очень близко. А так газовые туманности всегда нечерские.